В 2010 году районные власти заключили концессию с местной ресурсоснабжающей компанией сроком на 10 лет. В результате городское теплоснабжение передали в распоряжение сетевиков. Они, в свою очередь, обязались не только поддерживать коммуникации в рабочем состоянии, но и улучшать качество их работы. Благодаря эффективной работе коммунальщикам удалось снизить стоимость платежа за теплоснабжение для жителей Великого Устюга и поселка Кузина на 2022 год. На сегодня действующий тариф без НДС 2008 рублей за гигакалорию. С 1 января были 1835 без НДС. Это снижение на 8,6%. Увеличение эффективности работы сетевиков в первую очередь стало возможно благодаря вложению 50 миллионов рублей в улучшение коммуникации и строительство новых современных газовых котельных в микрорайоне Барки около железнодорожного вокзала и во второй части города. Последняя стоимостью в 120 миллионов рублей начала свою работу в 2014 году и в 2021 году была передана в собственность Великого Устюга. Данная котельная номер 12 «Энергоцент», была построена взамен старой котельной. Отличается, во-первых, размерами, она намного компактнее, оборудование более современно установлено, потери мощности меньше намного, чем на старой котельной. Котельная работает без персонала. То есть на старой котельной там больше 20 человек было обслуживающего персонала, здесь персонала практически нет. То есть есть слесарь, который занимается периодическим обслуживанием, постоянно здесь никто не находится. Местные власти оценили качество работы ресурсоснабжающей компании и продлили концессию до 2025 года. На достигнутом ресурсоснабжающая организация останавливаться не планирует. Увеличение эффективности работы отопительных систем теплоснабжения создается еще и за счет уменьшения потерь тепла. Они, в свою очередь, снижаются в результате использования более современных материалов, в частности, пластиковых труб, на которые заменяют металлические. Кроме того, Игорь Ордин считает необходимым связать друг с другом основные городские котельные. Сейчас вот, когда останавливаем летом на профилактику, значит, период отсутствия горячей воды в домах, он сокращается. Потому что у нас первая котельная центральная и котельная квартальная, которые на горе не соединены между собой. Вот, то есть здесь период сокращается. Но, допустим, вторая часть первой у нас не соединены. То есть над чем еще поработать. Масштабных работ по замене труб отопления в следующем году сетевики не планируют. Их основной задачей по-прежнему остается обеспечение устюжан бесперебойной подачи тепла. Заменяться будут небольшие участки трубопровода, необходимость ремонта которых покажет обследование сетей. Наталья Вашевская, Максим Тятов, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».